Здарова, друзья, с вами Влад Кабуса. В сегодняшнем выпуске я буду совместно с вами все ближе и ближе приближаться к максимальному 107 ОВР, как только eSports нам его откроют. А для этого мне нужно будет сделать маленькие изменения в моем основном составе. Но прежде чем я начну, я напомню, вы набираете 25 тысяч просмотров за сутки, я смогу вам разыграть на ваше усмотрение звездный абонемент, либо же комплект-сюрприз, где выпадает карточка на счетного драки 98 по 101. Решать вам в комментариях, что же вы от меня хотели бы получить совершенно бесплатно. Для того, чтобы вы смогли принять участие, с вас лишь палец вверх, обязательно подписка на мой YouTube канал и подписаться на мой Telegram канал Влад Капуста. Буду проверять на все выполненные условия. Что-то не сделали, сори, отдам другому человеку тот приз, который должны были получить именно вы. Друзья, но если вы испытываете проблемы с покупкой эпкапоинтов, звездных абонементов, то все покупается официальным путем через меня и через мой магазин. У меня в магазине вы найдете эпкапоинтов в неограниченных количествах. На вашу первую покупку эпкапоинтов удваиваются. Например, вы покупаете 1000 эпкапоинтов, на выходе получаете 2000 эпкапоинтов. Покупаете 5000 эпкапоинтов, на выходе получаете 10 000 эпкапоинтов и так далее. Также я напомню то, что у меня в магазине можно купить абсолютно все спецпредложения, которые доступны у нас в игре. Начиная от 98 по 101 и заканчиваю от 99 по 101. Ну а также после совершенной вашей первой покупки в моем магазине вы гарантированно от меня получаете подарок. И помимо этого всего, покупки доступны для всех стран СНГ. У вас есть ровно два варианта, где осуществить покупку: через мой сайт либо через Telegram. Друзья, все покупки покупаются официальным путем. Нужные ссылки на мои магазины находятся в описании. Жду всех вас там. У себя в телеге Влад Капуста я запустил для всех вас конкурс ровно на сутки. Успейте принять участие и стать бесплатным обладателем звездного абонемента, а также набора ретро-сюрпризы. Наборы и правда достойны, поэтому всем вам хочу пожелать удачи. Ссылка на мой телеграм-канал находится в описании. Всем вам хочу пожелать удачи. Ну а мы с вами начнем с новых наборов, которые нам добавили eSports. Ретро серия 100 тысяч монет. Открываем. Хорошо. Первый подарочек у нас есть. Второй 200 самоцветов. Добротненько. И 85 по 90. Шикарно. 87 получили. В обменный пойдет. Покупаем этот набор в одно нажатие. Так, обработка платежа у нас происходит. Платеж выполнен, хорошо. Ирок 95 по 101. Последовательный набор ретро-звезд. Открываем его. Пам-пара-п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 а
особо высокий рейтинг, к сожалению. Блин, 96-й всего лишь. Покупка у нас завершена. Это уже хорошо. А дальше вот идет 30 FK-поинтсов. Открываем мы это все добро. 100 самоцветов. Идеально. Дальше. 100 тысяч монет и 20 FK-поинтсов. Круто. Блин, обожаю этот эффект. Снова тратим мы денежку. Да, дороговато, но что поделать. Ради контента это стоит этого. И снова у нас набор 95 по 101. Я забыл шансы проверить. Вот это вот самое основное. Надо было шансы посреди на выпадение карточку 101. 96 ЛБ. Пока что все очень плохо. Покупка у нас завершена. А вот дальше вижу набор 96 по 101. Получше уже. 100%. Посмотрим, какого рейтинга карточка мне в конечном итоге сегодня выпадет. ФК поинтсы, самоцветы 200 плюс 100 тысяч. Открываем обязательно. Показываем все сразу. Замечательно. Блин, но эффект не сравнится абсолютно ни с чем. Друзья, новый промокод, с помощью которого вы сумеете получить бесплатно набор самоцветов, либо же набор игроков, я сброшу 17 числа у себя в телеграм-канале Влад Капуста. Обязательно подписывайтесь. Совсем скоро вы станете обладателем этого промокода. Ну а я дальше трачу деньги. 96 по 101. Дойду ли я до карточки 101? Вот хоть одного игрока 101 нужно отсюда постараться выбить. Вот абсолютно любого 101, кого угодно. Главное не дубликат. Испания, здесь ничего угодного не будет. Центральный защитник. Из Аль-Наср. Ну почему? Лапорта карточка 98. Хорошо. Покупка у нас завершена.
50 FK Points плюс 250. И вот здесь вот еще игрок 95 по 101. Ну, друзья, что сказать. 1.75% слишком уж мало. А здесь на 97 по 101 5% шанс. Хорошо. Открываем этот пак. Открыли. Идем дальше. 95 по 101. И, кстати, карточка маскира на 91 здесь есть. Вот ради этой карточки стоит 100% открывать. Так, что же мы увидим? Что же мы увидим с вами? Что? Ну, блин, здесь топ ничего точно не будет. Вот 100%. 95-й. Вот прям как чувствовал. 50 FK Points, 250 самоцветов и 200 тысяч монет. А вот дальше идет набор 97 по 101. И плюс еще карточка Маскирана дается. Хорошо, самоцветы. Красивенный эффект, блин. Устаю это повторять, но... эффект, конечно, стоящий. Конечно, наборы все дороже и дороже стоят. Я вот думаю, возможно, вам стоит такие вот разыграть паки, чтобы я прошел для вас ретро-серию, и вы стали бесплатным обладателем всех самых топовых наборов. Обязательно напишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы я вам такое разыграл. Только давайте даримся так. Не всю пройду, а 6 наборов откроем. Ретро-серии. Вот так вот будет справедливо. Потому что все слишком дорого, там, ну, очень дорого выходит. 6 наборов вполне достойно, думаю. Бразилец! ПВшник выпадает из льна, сэр! Ну, 97-й. Варианты были получше, на самом деле. Покупка завершена, спасибо за покупку. Да не за что. Я думал, то, что ПВП еще у нас будет. Я думаю, сами понимаете, о ком я. Маскирана 91-й. Хорошо, и вот пак 96 по 101. И снова есть карточка Маскирана 91. Я его 100% тоже заберу. 2.86%. Слишком мало шансов, но надо пробовать. Надо. Реально стоит. Ну а из Атлетико. Ну, 50 на 50. Нормально, чисто ради обменов. Пойдет его карточка. Здесь 50 FK Points, 600 самоцветов и 1 миллион монет. Добро. Здесь уже супер дорогие наборы пошли. Но что делать? Нужно ради контента это все открывать. И пробовать выбить ту самую заветную карточку. Нет, нет, ну за что? Блин. Ай, Донована карточка 99. Ну раз 10 он мне выпадал уже. Раз 10. Покупка завершена. И вот, кстати, игрок 99 по 101. Я думаю, то, что этот пак тоже откроем. Так, последовательный набор. Маскирану карточка есть. Вот ради этой карточки множество всего делается. 96 по 101. 2.86%. 2.86%. Что здесь я увижу? Что здесь я увижу? Что? Бразилия! Центральный защитник у нас. Блин. 96-й Данте. 150 FK Points, 800 самоцветов и 1 миллион 500 монеток. Открываем мы следующий набор. Ну что, всего я получаю отсюда. И вот набор 99 по 101. Покупаем этот набор. Супер невыгодно, но что поделать. Ради контента стоит. Платеж у нас выполнен. Ради контента надо. Друзья, напоминаю, то, что все вот эти вот наборы можно покупать официальным путем через меня, через мой магазин. А я открываю этот пак. Я не знаю, что здесь выпадет. Я прям вообще не представляю. Но надеюсь... Нидерланды. Центральный защитник у нас. Из МЮ. Блин, 99-й, что ли? Делихт. Ай, блин. И вот самое такое печальное, то, что он не продается на рынке. Вот самое печальное. Неоднократно мне его карточка уже выпадала. Просто неоднократно. 250 FK Points. Самоцветы 800 и монеточки. И вот набор 97 по 101. 5% шансов на то, что 101 карточка выпадет. 5%. Но надо открыть, надо. Реально надо. Посмотрим, что здесь выпадет. Я вот не знаю, я честно не знаю. Но надеюсь на то, что Италия. ЦЗ, но. Ну блин, 90... какой? 8 или 7, я не помню уже. Динателло 99. Тоже выпадал у меня уже неоднократно. Но здесь, конечно, есть еще карточка 98 по 101 плюс Маскирано. Я вот не знаю, стоит ли мне открыть последовательный набор ретро-звезд.
Я не знаю, честно. Я вот реально, я вот сейчас в замешательстве. Стоит ли мне открыть этот набор? Я думаю, то, что остановлюсь. Пока что не хочу дальше открывать. Зайдем в магазин. Здесь есть набор 98 по 101. Его хочу пооткрывать. Может быть, здесь мне повезет. Я не уверен, но очень хочу. Очень хочу, чтобы мне повезло. Давай, карточка 101. Просто 101 выпади сейчас. Аргентина. Центральный защитник. И с Тоттенхэмом. Хорошо, 99. Ромеро. И нету бонусного. Тупо нету комплекта сюрприза номер 2. Это жесть. Это реально жесть. Нету комплекта сюрприза номер 2. Хорошо. 97 по 101. Я уже не знаю, что это говорить. Думал то, что есть шансы в комплекте сюрприза что-то годное получить, но нету. Хорошо. Давайте открывать дальше. Бонусы непродаваемые игрок. 97 по 101. Что здесь я увижу? Что я увижу? Хорошо. 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 Есть. 101-го затащили. Не зря открыл, не зря, уже не зря все это сделано, не зря пройден весь этот этап. Давайте мы прямо сейчас Ника Вильямса карточку меняем. Но я охренею, если вдруг мне Неймара карточка выпадет. Вот это, конечно, будет сильно. Это будет супер сильно, если вдруг мне его карточка выпадет. Проверим, какая карточка самая дорогая. Неймара, конечно, очень дорогая. Вдруг мне Неймара выпадет. Вариантов нету. Но если вдруг мне Неймара карточка выпадает, то это пипец. Это будет просто шок. Это будет самый шоковый контент у меня на канале. Я зря закачал Кварацхелии карточку. Тренировка. Максималочка 10. Открепляем. Мне очень нужно получить карточку Неймара. Очень нужно получить карточку Неймара. Очень нужно получить карточку Неймара. Прям очень нужно получить его карточку. Лям. Давай, ЛВ. Бразилия. ЛВ Бразилия. ЛВ Бразилия. ЛВ Бразилия. ЛВ Бразилия. Бразилия. Италия. Цоп, 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 цоп. Не, ПП падал. Из Ливерпуля. Неплохо достаточно, но мне все же нужна была карточка цопника. ПП. Кьезы карточка есть. Хорошо, здорово. Но мне ПП не надо. Я просто хочу состав сделать полностью, чтобы у меня был именно из игроков 101-х. Для того, чтобы как только у нас откроется прокачка 107-го, чтобы я моментально смог просто взять и разорвать игру. Открываем 100 тысяч монет. И вот, в этом наборе бонусы, рок непродаваемый. Бонусы непродаваемый. 101, если можно, еще один, пожалуйста, 101. ЦЗ что ли будет? А нет, я охренел бы только что, я бы реально охренел бы. Тадич, 97-й. Но это был бы жесткий байт, если честно. Давайте мы нажмем на повышение ранга. Повышением. Ну это, конечно, такой мощнейший выпуск. Так, далее. Повышаем. На фиолетовый качнули. И нужно будет на красный закачать еще. 2, 3, 4, 5. Многие напишут, ладно, было 80% использовать. Не стоит 80% использовать. Чаще всего 80% не получается закачать ранг. Так, дриблинг хочу закачать, ему 100%. Красота. Ника Вильямс, перенос тренировки. Так, хватает? Да, хватает, хорошо. Мы это сделали. Не особо хотелось бы прощаться с карточкой Ника Вильямса, но что поделать. Супер офигенный ЛВ. Прям, ну супер. Вот всем вам рекомендую его. Если есть возможность у вас поиграть его карточкой, вы кайфанете. Закачали. Кварацхелию закидываем сюда. Идеально. Мне монетки сейчас очень сильно нужны. За 310. Постараемся его продать карточку. Я надеюсь на то, что купят. Монетки мне пипец как нужны, я очень хочу, чтобы я смог подготовиться к новенькому событию по полной программе, у меня было достаточно много монет. Теперь мы заходим в звездный абонемент. Стоп, я его еще не прошел? Покупаю я звездный абонемент, я думал то, что уже раз 10 его прошел, я завтыкал об этом. О том, что я не смог выполнить все испытания, как это так? Покупка завершена.
Я думал то, что все уже давным-давно прошел. The Epic Fail. Тут, кстати, есть наборы по 500 FK Points, 93 по 101, где продаются карточки. Давайте попробуем. А вдруг с моей удачей я смогу еще получить карточку Неймарчика. Конечно, я не особо верю в такое, но это было бы супер сильно. Италия, цопник. Нет, цапник. А, блин, ничего годного не будет тут. Ну, ладно. 94-й, Пеллегрини. И давайте еще один набор откроем. Я понимаю то, что это супер рискованно, супер глупо. Да, это было глупо с моей стороны. Давайте соберем абсолютно все награды из этого абонемента. Пригодятся, почему бы нет? Очень много всего здесь дается нам. Прям вообще с ума сойти. А последняя награда это что? 300 FK Points. Хорошо, ни в коем случае не забуду это все пройти. Собираем награды обязательно. Набор предметов. Так, Португалия. Вот это вот я понимаю. Было бы круто, если бы еще карточка выпала Криштиану Роналду в этом выпуске, но нет. Блин, красивенные награды в абонементе. Друзья, напомню, то, что абонемент вы можете получить у меня бесплатно в конкурсе. В моем телеграм-канале Влад Капуста. Только для подписчиков моего телеграм-канала. Ссылка на мой телеграм-канал находится в описании. Всем вам хочу пожелать удачи. Либо покупайте все официальным путем через меня, через мой магазин. 7 карточек Маскерано я получил, Пироса, Лаудрупа и Луиша Фигу. Самоцветы, поинсы и монетки. И снова лимит. Обязательно на рынке нужно распродать всех лишних игроков. Подтвердить. Пеллегрини нужно попытаться продать. Гринчу. Это прям must have. Я хочу постараться дойти до 4 миллиардов монеток. Если получится, конечно. Мои заявки. 20 миллионов монет получили. И вот ждем 2 основные карточки, когда продадутся. Опа, получаем монетки. Нет, блин, не хватает немножко. Чуть-чуть не хватает. Сейчас я постараюсь сделать 4 миллиарда монеток. Так, распродаем всех-всех лишних моих игроков. Посмотрим, чем закончится все. Так, 92-х. Тоже много есть игроков. Нужно попродавать их всех. Карточку Рональдиньо я не особо хочу продавать. Он мне еще пригодится, 100%. Заходим в мои заявки. Сейчас у нас будет 4 миллиарда монеток на балансе. Все, есть 4 лярда. 4 лярда 50. Вот я это сделал наконец-то для себя. Давным-давно это хотел. И вот наконец-то свершилось. Заберем карточку Фрэнка Лэмпарда и ретро форму Челси. Плюс универсальные жетоны 300 штучек. Обязательно получаем все эти достойнейшие подарки. Ну то есть не подарки, а награды. Лэмпарда карточка. Добро пожаловать. Ну вот так вот, друзья. 97-й и красивенная ретро форма Челси. Здесь я получу бесплатно карточку Маскерано. Круто. Заберем карточку Фернандо Торреса и ретро форму Атлетика. И 300 жетонов универсальных. Блин, ну обожаю, просто обожаю Хроники Кумиров. Если бы здесь еще рейтинг 101 сделали, вообще бы цены не было, 100%. Круто. Блин, ну форма выглядит вообще отпадно. 97-й Хаби Алонсо. Универсальный жетон 300 штучек и монетки. Бляха. Все накопил для того, чтобы вам показать. Я думаю, то, что вы уже все Хроники Кумиров прошли. Ну, 100%. Большинство из вас прошли уже. Других вариантов просто-напросто не может быть. И ретро-награды мы обязательно заберем 97 по 100. Я, конечно, не знаю зачем, но так чисто по фану пускай будет. Почему бы и нет? Пригодится. Ну, я так считаю. Испания, ПП. Атлетико. Маркос Лоренте. Можно забрать самоцветы. И вот эту награду. Все. Остальное пускай будет. Заберем обязательно карточку Маскерано. Топчик. И самоцветы заберу. Бомбически получилось. Ну, я думаю, заберем еще и монетки. Почему бы нет? Монетки всегда нужны. Ни в коем случае не стоит играть в автомат за ретро-билеты. Не пробуйте это. Лучше всего забирайте награды с левой стороны, они вам пригодятся 100%. И здесь мы обязательно тоже заберем карточку Маскерано.
100% нам нужна. Идеально. И здесь мы заберем еще и самоцветы. Топ. Достаточно много карточек Маскирана мы с вами смогли получить. Плюс я еще и могу обменять очки пропуска на билеты ретро-звезд. У меня хватает. Но не забывайте ни в коем случае про таинственные трансферы, потому что я один раз пропустил и мог получить намного раньше карточку Маскирану в количестве 2 штук. Так, собираем сюда. И надо не забыть получить здесь награду. Новейший промокод, с помощью которого вы сумеете получить бесплатно набор самоцветов, либо же набор игроков, я сброшу каждому из вас у себя в телеграм-канале Влад Капуста 17 сентября. Так что обязательно присоединяйтесь, потому что все промокоды у нас ограничены будут по времени. Так, в режим атаки играем. Best. Вау. 1-1. Начало положено у нас. Здесь я вижу, конечно, возможность, но не факт то, что сможем. Да, смогли. Это интересно. Это супер интересно. Уокер. Хорошо, забей. Есть. 3-1. Идем дальше. Идем дальше. Уокер, 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 Уокер. Здесь кроют моего игрока. Тапсаба, это чертов, блин, из-за него не забью. Хотя нет, забили, блин. Но вот это вот, конечно, супер необычно у нас было. Здесь вот пасик. Да что это за дерьмо было? Я уберу нахрен этого игрока за такой пас. Нихера себе он потащил. В таких моментах вообще не должны тащить. Но мне так кажется. Кварацхелия. В нижний угол. Красавелла. Роналдо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, полегче. И здесь пасик. Роналдо. Изи. Изи каточка. 8-5. Хотя нифига не изи каточка. Блин, ну это что такое было только что? А вот так вот на. Нет. Пасик. Кварацхелия. Хорош. 9-7. И дайте последний шанс. 10-й гол забить. Вот вижу пространство. Возможность вижу. Нет, сука. Роналду с мячом. Роналду обошел. И здесь забил. Да, хорош. 1-0 играем. Туре на Кварацхелию. Ой, хорош, 2-0. Здесь пасик на Роналду. Ёп, Кукурелия пас. Забьем ли мы здесь? Да, 3-1. Роналду с мячом. Роналду, как всегда, не подводи меня по-братски. Хорошо, 4-2. Здесь пасик. Роналду справится ли? Да, думаю, забьет. Изи, просто изи. Лучший нападающий. Бест. Ну, Бест, я думаю, тоже справится. Хорошо. Замечательно. Вот отличные игроки у меня есть. Все на Роналду. Все для него делается. Для того, чтобы он был у меня на... Так, Роналду хорош. 8-3. Идеально. Обожаю его карточку, но здесь мы вряд ли забьем. Слишком плохо все было. Райкард. Изи. Изи вей для этих ребят. Друзья, что вам сказать? Мне лично мой состав нравится, но пока что футбольная форма, которая у меня сейчас, не нравится. Мы нажимаем сюда, срочно ее меняем. Я не хочу, чтобы у меня эта футбольная форма была. Так. Давайте вот. Или вот эту вот выберем. Вот эту вот форму Ювентуса оставим и будет вообще идеально. Все. Теперь мне должно нравиться. Прям обязано. И футбольный мяч мы выберем. Вот такой вот. Все, четко. Теперь вот то, что надо. Друзья, я надеюсь, то, что вам сегодняшний выпуск понравился. Обязательно его лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Друзья, совсем скоро мой состав будет 107 овера. Ждем не дождемся, когда eSports нам добавит возможность уже закачивать составчик по максималочке. Если вам понравился сегодняшний выпуск, обязательно его лайкайте, принимайте участие в конкурсе на звездный абонемент, либо на комплект сюрприз, решать вам вот там внизу в комментариях. Ну а с вами был, как всегда, ваш Влад Капуста. Напомню, то, что 17 сентября у себя в телеграм-канале Влад Капуста я сброшу каждому из вас новый промокод, с помощью которого вы сумеете получить бесплатно набор самоцветов, либо же набор игроков. Всем вам до скорых встреч и всем вам пока!